Добрый вечер. На ТНВ новости в субботу. В студии Альбина Слугараева. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Зима пришла, а снег забыла. Холодно. Очень сильно. И когда снег выпадает, тогда какие-то и новогодние настроения, и теплее. Каких сюрпризов ждать от погоды татарстанцам, узнал Сергей Хайдаров. Все краски нерадужной жизни в акварели. Откроешь? Нет. Нет. Откроешь? Нет. Вот прописка. Почему жителям жилого комплекса приходится штурмовать свой дом? С жильцами пообщалась Альбина Минибаева. 5% татарстанских предпринимателей не отчитываются по налогам. Все наши цифры – это открытые данные. На что пошли в Татарстане, чтобы явить рынку новые конкурентоспособные лица, узнал Рамиль Шайдулин. Не денег ради, а общество для. Это не так, что я вчера как бы на коленке написала какой-то проект, забросила в фонд президентских грантов и утром проснулась с 11 миллионами в кармане. С форума социально ориентированных некоммерческих организаций Лина Зинатулина. За салютами следить, безопасность обеспечить сегодня президент республики дал ряд предновогодних поручений руководителям муниципалитетов. Праздник должен пройти в каждом населенном пункте, и все должно пройти организованно. Кроме этого, Рустам Миниханов потребовал, чтобы дети-сироты и дети из многодетных семей были обеспечены новогодними подарками. О подготовке речь шла на субботнем совещании в Доме правительства. Казань вошла в топ-5 самых популярных городов России для новогоднего отдыха. Но наплыва туристов ждут не только в столице, готовиться будут в Болграх и Свияжске. Я обращаюсь к руководителям наших муниципалитетов, чтобы вы четко понимали, какие мероприятия, как все будет организовано. Прежде всего, вопросы безопасности, пожарной безопасности, все эти салюты, детально в своих командах эти вопросы обсудить. Какой Новый год без снега? Его в республике ждут в ближайшее время. На регион надвигается циклон. Уже сегодня ночью синоптики обещают ухудшение погодных условий. В Казани днем был сильный шквалистый ветер, ожидаются осадки в виде дождя и снега. Чем опасна такая бесснежная еврозима, разбирался Сергей Хайдаров. У природы нет плохой погоды. Природа нас не спрашивает. Не спрашивает и преподносит все новые сюрпризы. И вот очередной декабрь без снега. Сотни казанцев уже ностальгируют по нему в социальных сетях, выкладывая фотографии города, сделанные ровно год назад. Картина тогда кардинально отличалась. И от такого бойкота природы казанцы не в восторге. Горок нет, детям кататься не на санках, на ледянках. Холодно, очень сильно. И когда снег выпадает, тогда какие-то и новогодние настроения, и теплее. Такую бесснежную зиму в республике помнят только старожилы. Я помню очень хорошо, что 11 декабря, ну, у нас, так вот, запомнила я, еще не было снега. Прогноз ваш, когда будет снег? Через неделю. А некоторые татарстанцы так и не дождались снега и морозов. Рискуя жизнью, на тонкий лед вышли сотни рыбаков. Уже есть две трагедии. Позавчера на Волге рыбак провалился под лед. Второй утонул в Раифе из Зеленодольского района. Также два рыбаки пошли на рыбалку. Один, к сожалению, провалился под лед, погиб. Второй попытался его спасти, но, к сожалению, безуспешно. По нашей информации, декабрь в республике будет прохладным и бесснежным. По мнению некоторых специалистов, такая погода негативно скажется не только на плодородных деревьях, но и на озимых культурах, которые без снега просто погибнут. Этой ситуацией обеспокоены в Министерстве сельского хозяйства. Уборка еще не закончена, но прогнозы погоды не утешают. Осталось убрать около 16 тысяч гектаров, но это работа на 4-5 дней. Хотя сегодня уже ближе к вечеру обещают осадки, снег с дождем. Мощный циклон принесет в республику сильный ветер до 20 метров в секунду. Снег, гололед и местами метель. Водители просят соблюдать скорость и дистанцию и без необходимости не выезжать на большую дорогу. Сергей Хайдаров, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Градус доверия татарстанцев к Владимиру Путину остается стабильно высоким – 80%. Об этом сегодня заявил Рустам Миниханов на конференции единороссов. Она прошла в Казанском театре Тинчурина. Партийцы подвели итоги уходящего года и рассказали, чем займутся в будущем. Акцент на социальные проблемы граждан. Подробнее Дмитрий Аренин. Объявляется открытой.
Получить оценку своей работе и узнать, что делать в будущем, для этого почти 300 делегатов со всей республики приехали в Казань. Как заявил федеральный партийный руководитель Андрей Турчак, к своему 16-летию «Единая Россия» пришла с высоким доверием населения. Сегодня наша партия находится на пике своей формы. Электоральный рейтинг «Единой России» на сегодняшний день составляет 52% по всей стране. За эти годы мы на деле доказали, что «Единая Россия» — это партия народного большинства. Если говорить конкретно о Татарстане, то за период 2014-2016 годов региональное отделение успешно, с высокой явкой и с высокими результатами провело 4 избирательных кампании. Сегодня не раз звучало, что «Единая Россия» — это партия президента страны Владимира Путина и проводник в жизни его плана и курса. Так в Татарстане только за последние 6 лет созданы десятки тысяч мест в детских садах. На ликвидацию аварийного жилья направлено более 5 миллиардов рублей, а суммы на зарплату бюджетников выросли в 2 раза. Как отметил Рустам Миниханов, такие дела находят поддержку татарстанцев и вызывают доверие президенту страны. Несмотря на то, что избирательная кампания еще не стартовала, многие уже сделали свой выбор. Свыше 80% татарстанцев однозначно одобряют и поддерживают политику и многогранную деятельность нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Сейчас в рядах единороссов Татарстана 126 тысяч человек. Это в том числе и большинство республиканских руководителей. Такую силу, по мнению татарстанского лидера единороссов Фарида Мухаметшина, нужно направить на решение конкретных проблем граждан. А это исходя из обращений ЖКХ, социальное обеспечение, жилье. Люди ждут от партии реальной помощи по совершенно конкретным, порой наболевшим вопросам. Поэтому важным для нас все же является качество этой работы. Неуклонное увеличение числа положительных решений. Сегодня работу регионального отделения признали удовлетворительной. Окончательные итоги и поручения дадут уже в Москве на Всероссийском съезде партии. Он пройдет в конце декабря. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Поддержат и спросят. В России собираются перейти от безвозвратных к возвратным грантам. Эти изменения в поддержке предпринимателей связаны с тем, что бизнес не отчитывается, на что уходят выделяемые государством деньги. Тысячи татарстанских предпринимателей не сдают бухгалтерскую отчетность. Почему на ответные меры пойдут сейчас? Рамиль Шайдуллин. Общепит – это должно быть чисто, вкусно, но пока все непросто. Мало приготовить. Сначала нужно купить свежие продукты, лучше от проверенного поставщика. А они непостоянные. Все потому, что не хватает финансов. Если в 2013 году на поддержку предпринимателей страна выделяла 19 миллиардов рублей, то в этом сумма упала в 4 раза. Работать приходится с тем, что есть. Используются те, которые наиболее востребованы, и те, которые наиболее приносят наибольшую пользу для экономики России. На 50 миллиардов рублей российский бизнес должен пополнить бюджет в этом году. Немалую долю внесет и Татарстан. Республика выступила регионом-пилотом, где проверяют, как тратят выделяемые страной деньги. Результаты неожиданные. Денег давали меньше, но бизнес только крепчал. Годами снижалась господдержка, вместе с тем один за одним с рынка уходили так называемые компании-однодневки. Те, кто держал фирмы про запас. Но почему-то в 2017 году их стало даже больше, чем сытые 2011 и 2012. Выручала республиканская поддержка, лизинг для производителей, гранты и микрозаймы. В последние годы республика вкладывала даже больше федерального центра. Это и региональный бюджет по программе поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Это и средства, и возможности всех институтов развития и федеральных, и региональных. При этом 5% татарстанских предпринимателей, получая деньги, не сдают бухгалтерские документы. Теперь с ними будут жестче. Давая деньги, потребуют их обратно. По России собираются переходить от безвозвратных грантов к возвратным. Рамиль Шайдуллин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. А здесь бумажных отчетов не требуется. Результат в конкретных делах. Как работают общественные и некоммерческие организации республики, рассказали на Большом форуме. Сейчас в республике около 6 тысяч НКО. И хорошая для них новость – сумму грантов увеличат вдвое. Зачем такая щедрость, Лина Зинатулина? На 7 языках это приложение работает. Вот это форма обращения к юристу. Обратиться к юристу, врачу или соцработнику, и все через мобильное приложение. Организация «Новый век» занимается социальной адаптацией мигрантов, приезжающих в Татарстан, и специально для них разработала новую систему. В этом году выиграли самый большой президентский грант. Много лет к этому шли. Это не так, что я вчера как бы на коленке написала какой-то проект, забросила в фонд президентских грантов, и утром проснулась с 11 миллионами в кармане.
На систему президентских грантов предложили ориентироваться и остальным. Все прозрачно и технологично. Мы выиграли более 1 000 000 рублей. В этом году намного проще и легче, то есть, ну, подавать эти заявки. И мы были очень удивлены. Не нужно было, то есть, никуда ничего отправлять по почте. Это все в электронном виде. Воспитание молодого поколения и здоровый образ жизни – самые успешные направления НКО. Так российское движение школьников заявило новый проект. Рассказывают детям о профессии врача. Мы видим огромный отклик. Мы собираемся продолжать работу в данном направлении, уже с привлечением других профессий. Я думаю, на следующий год мы еще привлечем к данной работе дома сирот. Хорошая поддержка – общественная палата. 4 месяца назад здесь запустили карту инициатив. Одним из последних помогли зоозаботе собрать средства на установку дог-боксов в Казанском парке. Каждый желающий может зайти и поддержать инициативу финансово, информационно, действием и объединиться ради воплощения хороших и благих идей граждан республики. На форуме вместе подытожили то, что сделано за последние 2 года. В 2017-м финансовая поддержка заметно подросла. 10 миллионов от Минтрудсоцзащиты, 35 от Минэкономики и президентские гранты от республики и страны. Первый этап – 10 миллионов, 10 наших организаций. Второй этап – более урожайный. Это 117 миллионов рублей, 69 победителей из республики. Уступили только Москве и Петербургу. Рустам Миниханов оценил достигнутое и открыл путь новым проектам. Считаю целесообразным увеличить объемы грантов для НКО с 10 до 20 миллионов рублей в год. Надо также активно участвовать в федеральных наших грантах. Значит, раз мы уже с 10 на 3, значит, шанс еще у нас есть кое-кого подвинуть. Но сложно, я думаю, над этим будем работать. И все же даже у победителей конкурсов возникает вопрос. Есть ли жизнь после гранта? На 1 год бюджет есть, а опасаются уже за следующий. Сегодня активисты предложили включать НКО в республиканские и федеральные отраслевые программы. И, возможно, к следующему форуму через 2 года это уже станет реальностью. Лена Анатольевна, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Собственники квартиры остаются без собственности. В такой ситуации оказались дольщики жилого комплекса «Акварель Казани». Дом – наследие Свея. Ключи им обещали раздать еще в апреле, но с тех пор даже ограждение не сняли. О казусах «Акварели», когда даже прописка не дает права заселиться. Альбина Минибаева. Я собственник, понимаешь, что нет? Из-под контроля может выйти все, понимаете как? Из-под контроля. Совершенно верно. Вызов полиции отправим куда надо. Жильцы этого дома «Акварель» готовы штурмовать свои квартиры. Настроение от многомесячных ожиданий серое и мрачное. Ни ключей, ни информации о заселении. Потому что нам никто ничего не объясняет. Единственное, мы понимаем, что идет как бы какие-то шкурные интересы делит между собой инвестор, значит, и, соответственно, застройщик. Застройщик – небезызвестная фирма «Свей Инвестор» Тиммербанк. Именно он заключил договор с охранным предприятием. Частная охранная организация ненадежная. А кто вас нанимал? Тиммербанк. Собственные источники нам подтвердили. В доме несколько квартир между собой не могут поделить застройщик и банк. Жильцы требуют вмешаться контролирующие и правоохранительные органы. Никто же не претендует на их квартиры, не пускает нас в наше жилье. Прокуратура молчит. Вот, управление жилищной политики молчит. Документы на, вот, на получение разрешения на эксплуатацию сданы, поданы. А еще в апреле казалось, что до заселения остаются считанные дни. Дом был сдан весной 2017-го, но больше полугода он пустует. Жильцов не пускать своих квартир. Дверь опечатана, а территория до сих пор закрыта. Это вот документ 6 апреля 2017 года, что данный объект введен в эксплуатацию. В документах черным по белому написано «жилье в собственности», но и это не гарантировало заселение, хотя некоторым удалось прописаться. Мы здесь прописаны, точнее, мой муж прописан здесь. Это наша квартира. Мы хотим сюда попасть. У дома сменился конкурсный управляющий Андрею Урлюка. Его назначили 16 ноября. Однако и он не смог нам сегодня назвать дату заселения. В следующем выходе будет информация. Когда они смогут заселиться? Ну, я думаю, да. Жильцы хотят обратиться к президенту республики. Письмо подготовлено. Уже на следующей неделе собственники вместе намерены требовать ответы в управлении жилищной политики. Альбина Минибаева, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.
В Татарстане полностью завершили уборку сахарной свеклы, урожай стал рекордным. Об этом сегодня глава Минсельхоза сообщил президенту. Все, что выкопано, предстоит перевести в хранилище. Это около 1 000 000 тонн корнеплодов. Сбор подсолнечника пришлось оставить на конец ноября. Причина – поздние сроки созревания культуры. Аналогичная ситуация по кукурузе планируют завершить за неделю. Но главное, на что обратил внимание президент – это покупка техники и ее эффективное использование. Эти энерговооруженные машины как эффективно работают, аналитику надо делать. Есть вопрос. Вопрос там есть. И ведь по большому счету такие агрегаты должны, такие машины должны иметь по 2 механизатора, чтобы он был загружен. И это на самом деле качественно может изменить ситуацию. Век на сцене. 100-летний юбилей сегодня отмечает Буинский драматический театр. Начинали с маленькой труппы и неприметного здания в районном центре. Теперь о них знают даже за пределами республики. Сегодня театральный коллектив поздравили представители творческой интеллигенции. Худрук Буинского театра сегодня на расхват, только и успевает принимать подарки и поздравления. И повод серьезный. 100 лет назад в Буинске сыграли первый спектакль. Каждый день думаем, как бы, что бы сделать, кого пригласить, что поставить, насколько позволят средства, насколько бюджет. 1915 год. На сцене спектакль «Путешествие в Казань». С него начался Буинский театр. Театр – это большой трудовой путь. Я хочу сказать, что за это время они вот выросли. Они несут культуру, обычаи татарского народа. За вековую историю в Буинском театре играли звезды Татарстана. Это и Гульсум и Бари Болгарский, Шакир Саминский, Зулейха Богданова и многие другие. Сегодня драмтеатр – один из культурных центров республики. А спектакли собирают полные залы. С каждым днем растет, развивается, становится интереснее и интереснее. Этот театр мы впервые увидели, когда они приехали к нам с гастролями в город Уральск. Они нас покорили своей игрой на сцене. Как они работали? Они здесь не работали, а жили на сцене. И вместе с ними жил зритель. Творческая жизнь театра протекает насыщенно и оживленно. В текущем репертуаре более 20 спектаклей, которые играют на больших и малых сценах всей республики. И уже завтра театр отправляется в новый гастрольный тур. Алина Бережная, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. А сейчас время обзора всего самого интересного в интернете за неделю. Яркие события, неожиданные темы и уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике «В сети». Всем привет! Зима началась. Ну, как началась? По календарю да, а если посмотреть в окно, то там, ну, сентябрь, октябрь максимум. 2017 год очень странный какой-то. Лето не лето, зима не зима, но я уверен, что когда-нибудь этот снег дойдет до нас. И вот когда он уже дойдет, казанцы будут бегать и радоваться, как вот эти вот милые собачки. Самое смешное видео, которое могло быть на этой неделе. Просто пока посмотрите. Значит, крутим вправо, они идут вправо. Да. Крутим влево, они идут влево. Ага. И гениально! И как мы только раньше жили без этой информации. А вы до этого не знали? Нет, не представляла. Вот не представляла вот ничего. Да ладно? Да. Вы думали, что колеса крутятся вправо, а они влево крутились? Наобум! Стоп. То есть эта женщина думала, что колеса наобум крутятся? Руль просто держишь, ну, для забавы, а машина сама решает, куда ее повернуть. Серьезно, конечно. Никто не видел, я не глядела, только мне руль направо, руль налево, а колеса как крутятся, я не осваивала. Мне кажется, это отличная отмазка человека, попавшего в аварию. Ну, я просто никогда не видел. Ну, там наобум крутил и все. Но главное, что теперь она знает, что да как. Вы сейчас узнали это, вы сейчас сможете ездить. Вот именно поэтому и надо обучаться в автошколе, а то понакупают себе там прав водительских. Буква Ш. Теперь она должна быть на каждом автомобиле, который с шипованной резиной. Но кому-то стрёмно ездить с этим знаком, кто-то просто считает, что этот знак уродует машину. И поэтому один казанский очень находчивый парень сделал следующее. Ништяк. Просто магия. Хоп, есть знак. Хоп,
нет знака. Если кто не понял, то там светодиодный знак горит. И водитель, когда хочет, сам его и включает. Тема, тема. Врубай. Все, я теперь модно чувак буду. Вот что значит Казань – высокотехнологичный город. Пока далеко не уехали, тем более без знака «Ше» – наша постоянная рубрика «В сети с президентом». У Рустама Миниханова на этой неделе не так много фотографий, но все же парочка есть. Поздравил всех мам с Днем Матери. Затем отправился в Лондон на российско-британский бизнес-форум. Также открыл спортивный комплекс «Олимп» в Огрызе. И тут жители Огрыза, да-да, у них тоже есть Инстаграм, начали радоваться в комментариях, что город их преображается. Дальше больше Дуслар. Следующее видео тоже очень забавное. Паркет тяжелый. Прихожу туда, достаю все это, делаю. Потом прихожу домой, собираю паркет, делаю уроки. Мне кажется, что это прям, ну, будущий депутат. Вы только посмотрите на него. Маленький взрослый, как одет, какие разговоры. В конце-то концов эти бутерброды с лососем и килькой на столе перед ним. Ну, точно депутат. Сижу, башкой своей ломаю эти знания. Ломает голову, получает знания. И в конце... Хватит. Просит не снимать. Пожелаем парню успеха в учебе и в будущей его карьере. И напоследок, перед тем, как перейти к темам, которыми интересовались татарстанцы на этой неделе, Яндекс сделал топ мемов этой недели. Итак, помимо мемов «Руки-базуки», есть мем, основанный на ситуации, когда Владимир Путин уронил стул Эрдогана. Спасибо. Чистая случайность, недоразумение. А сейчас топ тем. На первом месте День матери, который прошел 26 ноября. Вторую строчку снова занимает Дмитрий Хворостовский. И судя по бронзовому запросу, Черная пятница до сих пор идет в магазинах республики. На этом сегодня все. Пишите, присылайте новости, видео, комментируйте, выкладывайте. Короче говоря, будьте в сети. Пока! А впереди прогноз погоды, а я напоминаю, что все репортажи этого выпуска будут на сайте нашей телекомпании и на канале YouTube. Я же не прощаюсь, увидимся в 21:30. Ежедневные покупки. Долгожданные подарки. Оплата общественного транспорта. Скидки более чем у 300 компаний-партнеров. Кэшбэк с каждой покупки и повышенный процент на остаток. Дебетовая карта Акбарс Эволюшн. Заработанные деньги зарабатывают деньги. Стас всегда платил за газ. Стасик молодец у нас. Регулярно платите за газ. А вот и морковка. Вкусная, с витаминами. Опять. А Маша не любит морковку. Маша любит кашу. Ну как же я тебе кашу сварю, газа-то нет. А когда будет? Вот папа заплатит за газ, тогда и будет. Не доводите до крайностей. Оплачивайте счета за газ вовремя. Живите полной жизнью. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Васиного Казань». Деревенский бройлер – 140 рублей килограмм. Деревенский гусь – 250. Деревенская индейка – 220. Деревенская утка – 180 рублей за килограмм. Мечтаете побывать в Париже? Слушайте «Ретро FM Казань» с 20 ноября по 17 декабря. Каждый день в 2 и каждый вечер в 8 часов. Суперигра «Уикенд в Париже» на «Ретро FM». С 1 по 3 декабря спортивный комплекс «Маяк», сборная России по тяжелой атлетике и зарубежные спортсмены встретятся на всероссийском турнире памяти Александра Курынова. Приходи поддержать наших спортсменов. Ой, папа, у вас мама и тут, и там показывает. Так это Теле7. Все, что в нем есть, все показывают. Маму в телевизоре, наш ужин в духовке. А выходные? И выходные. Так, куда пойдем, в кино или в цирк? На каток. Теле7. Хорошо, когда мы вместе. Ерек Пайнарлаха. Хыслер Тошкана. Хэм Солкан Окал. Олданан Йолдус Койла.
Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер» быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль «Дай мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер» – настало время низких цен. Казань, Восстание, 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Пасмурный циклон принес в республику долгожданный снег, а вместе с тем и повышение температур. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана будет облачно. Местами пройдет снег, температура воздуха составит минус 2 градуса. На северо-востоке ожидается облачная погода со снегом, там будет до 1 градуса мороза. На севере республики снег, местами сильный и минус 1 градус. На северо-западе пройдет снег, временами сильная, температура воздуха составит около 0 градусов. На юго-западе Татарстана облачно, снежно и около 0 градусов. В центральном районе республики тоже не обойдется без снега, температура воздуха там составит до 1 градуса мороза. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска ООО «Акбарс Недвижимость». Квартира в популярных жилых комплексах Казани с выгодой до 500 000 рублей. Дополнительная информация по телефону в Казани 295-77-77 или на сайте akbarsdom.ru. В «Акбарс Недвижимость» дни большой выгоды. Однокомнатная квартира 45 квадратных метров в ЖК «Казань 21 век» дешевле на 470 тысяч рублей. Дом готов. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмара» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмара». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товар для туризма и отдыха, форма для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается облачная погода, возможен снег. Температура воздуха составит около 0 градусов. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Магнитное поле Земли спокойное. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок, татарстанская Швейцария. На меня слов нет. Питание чудо, шведский стол. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.